гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Твой 3 года. Hello. Майк, не узнал за обувь? А ее нет. Я вот это хотела заснуть. Каша с пеленок называется. Очень большом количестве. Это обычный кокаин. А еще у нас тут пюрешка. И детское питание. Ну да. Тоже с пеленок. Здесь есть фруктовый яд. Почему мы телефон снимаем? Я говорю, что ничего таки не ищем. Ой, это шел. Ага, сейчас ему фрукты повыбиваю. От имени и по поручению личного состава бригады, командования бригады, выражаю огромную благодарность Глебу Корнилову за оказанную гуманитарную помощь в виде детской каши, пеленок, чай и там детское питание. Пюре из фруктов и овощей. Забыл, самое главное, рис для плова. Большое спасибо, Глебушка, большое тебе спасибо.